ребята, не подскажете, на Благовещенск грунтовая дорога есть там или асфальт полностью? Или не знают. Ребята, не подскажете, на Благовещенск, грунтовка или асфальт? Ребята, не подскажете, на Благовещенск асфальт или грунтовка? Через 500 метров поверните налево. Не хотите, не надо. Thank you.
этой дороге я еще ни разу не ездил. Thank you.
Илья не заправится. Поверните направо.
практически не обслуживает. Ну ладно. Дай бог, что это была самая большая проблема. Рискнем. Валентин попросил, значит, нужно. Спросил у мужика, он говорит, до Прохоровки вроде нормально, а дальше не ездил. Он говорит, люди ездят. Вот это участок дороги серый на Яндекс.Навигаторе. Сказать, он немалый. Ну, 136 километров, пишет, 1 час 40 минут, на 2 часа. 2 часа. Сейчас 11:06, 17:18, 18:19. 9 часов где-то. 9 часов. Если все нормально будет, в Благовещенске. Thank you.
Скажи, не подскажешь, до Благовещенска как дорога? На маленькой проеду? Благовещенска 2 поглядывают, потому что видно, что трещины забиты герметиком, бетоном. Какая-никакая разметка.
можно говорить о том, что никакой связи нет? Thank you.
12.